Солго албайсың бе? Бияқта элдер бар да мой. Откуда здесь люди, а? Тут вообще людей не может быть. Азыр погода бузулуп турат, караңгы болуп турат. Мояқта элдер бар азыр. Айлап айдап, кокус эл чыгып калса, сүзүп кетсек эмне болот? Откуда здесь люди? Ну ты, блин, шутишь, придумал еще. Ну ты, блин, накаркал. Что теперь будет? Выходить на оживленную трассу без сигнального жилета опасно для жизни. Водитель этой машины пробил колесо и решил заменить его на дороге. Его сбила проезжавшая мимо иномарка. И таких аварий сотни. Причина, по которой гибнут водители, выходившие из машины на дорогу, и пешеходы, идущие вдоль обочин, одна. Их просто не видно. Мы со съемочной группой решили провести эксперимент. На ровной дороге человека в ярком жилете видно издалека. В природе таких ярких цветов не существует. Поэтому на любом фоне обладатель жилета будет выделяться. На яркий цвет орган глаза у нас реагирует расширением зрачка. То есть фокусируется лучше, расширяется зрачок, и, соответственно, свет, который падает на макулу, на сетчатку, она размером больше, чем когда зрачки сужены. Вот именно зрачки расширяются, когда мы смотрим на яркий свет. Наш водитель замечает человека в жилете за 600 метров. Этого расстояния более чем достаточно, чтобы остановить машину. Теперь попробуем без жилета. Особенно в пасмурную погоду темные цвета одежды сливаются с пейзажем, и пешехода почти не видно. В этот раз водитель пешехода заметил за 200 метров. На скорости 90 км в час машина преодолевает это расстояние за 8 секунд. Чувствуете разницу? Кстати, в Европе жилет в машине такая же обязательная вещь, как и аптечка. Штрафы за ненадетый жилет в европейских странах начинаются от 25 евро в Болгарии, 600 евро в Португалии, но самые жесткие в Бельгии – почти 1400 евро. По сравнению с этим цена жилета от 2 евро – ничто, а у нас рисковать жизнью можно совершенно бесплатно. Приобрести такой жилет можно в любом магазине спецодежды. Цена идет от 150 сомов. Конечно, зависит от качества жилета. Если вы обращаете внимание на непрактичность жилета, то зря. Во-первых, синтетика легко стирается. А во-вторых, снял жилет, а твоя одежда остается чистой. Ни в коем случае не оставляйте жилет в багажнике, иначе поход за ним может быть последним. Лучше, конечно, если до жилета дотянуться рукой. Он, конечно, много места не занимает. Можно положить в бардачок. Можно в карман, либо положить под сиденьем. Еще одно наблюдение. Когда человек выходит на жилете, скорость машин мгновенно снижается. Яркий жилет напоминает водителям форму инспектора ДПС, заставляя на всякий случай притормозить. Будьте осторожны на дорогах. Это касается не только водителей, но и пешеходов. Айсулла Санбекова, Тимур Коджимджаров, студия «Замана».